Всем здравствуйте. Напишите, пожалуйста, в чат, слышно ли меня и у всех ли открылась презентация. Все хорошо. Отлично, спасибо. Так, ну у нас уже 11, давайте тогда начинать наш вебинар. Тема сегодняшнего нашего вебинара – это ментальное развитие кошек. Мы в тот раз с вами разговаривали о ментальном развитии собак. Вот. Сегодня же мы поговорим про кошек. Собственно, почему я эту тему разделила? Все очень просто. Собаки. Собаки у нас гуляют на улице, в основном гуляют на улице, да, потому что есть все равно собаки пеленочные. Вот. А кошки у нас гуляют на улице за очень редким исключением. Вот. Это может быть ограничено какими-то летними поездками на дачу, а в основном все-таки они проводят, если они живут в городских условиях, да, в основном они проводят всю свою жизнь в четырех стенах в квартире. Вот, и именно поэтому им тоже нужно обязательно как-то развиваться, да, они тоже достаточно любознательные животные, у них есть своя специфика поведения, так что обязательно нужно делать максимально все, да, и обогащать территорию непосредственно для вашего питомца, да, если, собственно, вы завели котик, то у вас обогащение территории будет немножечко другим. Вот, собственно, об обогащении и других моментах, как можно ментально, то есть умственно нагрузить, собственно, ваших котиков, мы об этом сегодня как раз-таки и поговорим. Итак, обогащение территории. Что же, собственно, это такое, для чего это нужно и каким образом мы можем обогатить территорию квартиры. Поскольку, собственно, котики у нас верховые животные, да, насколько мы знаем, можно устанавливать, даже нужно комплексы когтеточки. Их сейчас в зоомагазинах большое множество с разным количеством ярусов, с игрушками, с индивидуальными домиками, да, вот. С, собственно, разными возвышенностями, где, собственно, кошечки куда могут залезать, да, спрыгивать, играть на этом комплексе и, помимо всего, точить когти. Единственное, что сразу хочу оговориться, если, собственно, котик предпочитает точить коготочки свои о какую-то более мягкую поверхность, типа мебельной обивки, вот, ну, либо ковра, да, то тогда, собственно, ему подойдет, скорее всего, горизонтальная когтеточка, если, допустим, котик дерет ковер, да, есть такая проблема, вот, то нужно устанавливать горизонтальную когтеточку, мягкую. Вот, сейчас тоже очень большое количество, множество когтеточек из разных материалов, так что нужно обязательно подбирать, что конкретно подходит вашему питомцу. Кто-то любит когтеточки более такие, более жесткие, да, собственно, как вот, допустим, вот на таких вот комплексах они все сделаны, собственно, с такими жесткими когтеточками. Вот. Кто-то любит более мягкие поверхности, как я уже говорила, то тогда уже можно, собственно, устанавливать отдельно когтеточку, да, но этот комплекс все равно может стоять, да, для чего? Во-первых, котик там может отдохнуть, потому что в некоторых комплексах установлены домики на возвышенностях, вот, это создает чувство безопасности питомца, особенно если, допустим, в квартире живут маленькие дети, либо собаки, да, вот. Поскольку они верховые животные, им очень нравится залезть куда-то повыше и наблюдать за всем происходящим. Вот. Собственно, чтобы это не были какие-то полки, которые у вас могут быть заставлены какими-то своими вещами, да, чтобы, собственно, котики ничего не сбрасывали с этих полок. Как раз-таки вот этот вот комплекс, как цветочка,
очень хорошая альтернатива для того, чтобы, собственно, котик смог полазить, собственно, на этом комплексе поиграть. Как раз-таки вот на этой фотографии, которую я привела, тут комплекс идет даже с игрушкой. Вот. Они есть совершенно разные, есть домиков, есть без игрушек. Так что на самом деле тут на вкус и цвет. Вот. Есть разных размеров, да, есть просто домик со столбиком. Вот. Но лучше всего покупать такие комплексы, где есть возвышенность, куда может котик забраться повыше, чтобы, собственно, наблюдать за всем происходящим. Также интерактивные игрушки. Они, в принципе, на самом деле, в некоторых моментах похожи на собачьи интерактивные игрушки, но производители сейчас разделяют, да, собачьи интерактивные игрушки и кошачьи. В чем суть? В основном, собственно, все идет тоже на пищевую мотивацию, то есть котики достают какие-то вкусные кусочки, да, какие-то лакомства из различных, собственно, игрушек. Также для котиков можно использовать конги. Вот, они тоже есть. Им тоже очень, как правило, нравятся такие игрушечки. Вот. Конкретно на фотографии я привела игрушку в пример, собственно, на такой вот подложке, да, тут, собственно, очень интересно для кошек, да, эта игрушка сразу же видно, да, что она не подойдет для собак, вот, потому что все-таки тут ну, собаки, во-первых, они все-таки, особенно если взять более крупных, да, представителей, то, собственно, тут будет, эта игрушка будет неудобна и, скорее всего, будет в ближайшее время сломана, да. Вот. А котики в основном орудуют лапками передними. Вот. И пытаются достать, собственно, кусочки аккуратно лапками. Вот. Как правило, такие игрушки идут на прорезиненных подложках. То есть это сделано для того, чтобы игрушка не, ну, оставалась на поверхности, да, чтобы она не елозила по полу. Вот. Так что вот, собственно, вот в этой игрушке сразу же фактически разные четыре головоломки собраны, да, то есть такая четыре в одном игрушка. Вот. Также на самом деле очень хорошо развивает, несмотря на то, что, собственно, игрушка у вас остается фактически одна, да, тем не менее вы можете по-разному запихивать кусочки, да. Самое главное, все то же самое с собаками, чтобы котик смог действительно достать кусочки лакомств. Вот. Таким образом, на самом деле, можно и кормить своего питомца, потому что есть котики с очень хорошим аппетитом. Это может быть, собственно, вызвано чем? Как правило, с очень хорошим аппетитом котики, которых подобрали на улице и, собственно, которые раньше не доедали, да, и у некоторых животных, собственно, сохраняется вот это вот такое иногда даже пожизненное голодание, да, нужно вдоволь наесться, побыстрее все съесть. Вот. И такие игрушки на самом деле очень полезны. Помимо того, что они развивают котика, они еще не дают быстро кушать. То есть, собственно, котик может таким образом действительно накушаться, наесться, собственно, съев это все не за секунду, да, а за какое-то продолжительное время. Опять же, собственно, если вы используете какие-то лакомства, которые, собственно, котик любит, да, можно использовать как сухой корм, да, так и лакомство. Вот. Но если вы будете использовать лакомство, да, естественно, там у котика мотивация может быть чуть-чуть повыше из-за того, что все-таки более вкусные какие-то кусочки будет пытаться достать котик, будет проявлять различное поведение, да, попробует сначала один способ, потом другой способ достать кусочек. Вот. И опять же, несмотря на то, что игрушка одна, да, собственно, для того, чтобы достать какой-либо из кусочков из этой игрушки, нужно каждый раз проявлять какое-то новое поведение. То есть постоянно одно и то же, ну, не всегда прокатывает. Вот, так что очень, собственно, совершенно спокойно можно покупать такие игрушки. Также интерактивы можно делать своими руками.
Сейчас в интернете тоже очень много различных интерактивов, собственно, для кошек, которые можно сделать совершенно своими руками из каких-то подручных средств, из втулок. Вот, так что на самом деле тут самое главное, если опять же вы делаете все это своими руками, да, лучше всего, конечно, наблюдать за тем, как котик проводит время с этой интерактивной игрушкой. Вот, не оставлять его одного, чтобы, допустим, он там чего-то не оторвал, да, вот, что-то, может быть, не съел, не проглотил. Вот, чтобы обязательно игрушка должна быть безопасна для вашего питомца. Удочки. Поскольку котики врожденные охотники, им очень важно, собственно, как-то побегать, поиграть, поохотиться. Очень важно, чтобы, собственно, с котиками не играли руками. Почему? Потому что это передается, это на взрослое поведение, да, если, собственно, вы завели котенка, да, и с котенком играете руками, вот, то, скорее всего, он и во взрослом состоянии будет точно так же играть. То есть только в чем разница? Если вы сейчас играете руками, да, и вам может быть не больно, потому что, может быть, какие-то такие не особо сейчас острые коготочки, да, может быть, не так сильно кусается, и вы на это не обращаете внимания. Но потом-то котик вырастет, и потом ему будет намного сложнее объяснить, собственно, то, что кусать нельзя руки, да, то, что, собственно, нельзя играть с руками. Вам потом самим будет это поведение неудобно. Именно поэтому лучше всего, начиная с котенка, играть со своими питомцами удочками такими. Вот. Обязательно, собственно, котики должны в итоге поймать ту игрушку, да, за которой бегали. Потому что если просто бегать, да, за игрушкой и, собственно, ничего в итоге не поймать, вы уберете эту удочку, то, естественно, как раз-таки будет разочарование, и в следующий раз, может быть, котик не захочет, да, играть с вами в эту игру, потому что поймет, что, собственно, поймать эту игрушку не удастся, и, собственно, ничего, ну, никаких положительных эмоций не получит. Опять же, удочки. Удочки, что они еще дают? Они еще дают физическую нагрузку для котиков. Почему это важно? Ну, во-первых, потому что точно так же важна физическая нагрузка для чего? Для поддержания здоровья, для того, чтобы, собственно, держать себя в форме, да, чтобы, собственно, не было проблем с лишним весом. Потому что если котик будет постоянно кушать и спать, да, то, естественно, могут произойти, собственно, изменения, да, какого плана? То, что, собственно, котик может начать набирать лишний вес, особенно если вы кормите не по нормам. Вот. А удочка как раз-таки это очень хорошая альтернатива для того, чтобы котик проявил, собственно, свои такие охотчьи инстинкты, да, побегал за игрушкой. Вот. Опять же, вы укрепите связь между своим питомцем и, собственно, и вами. Вот, так что это тоже очень важно на самом деле, так что нужно правильно подбирать тоже все игрушки в зависимости от предпочтений вашего питомца, потому что, собственно, есть сейчас игрушки пищащие, да, шуршащие есть игрушки с перьями. Сейчас очень большое разнообразие этих игрушек, но самое главное, чтобы эта игрушка была безопасна. То есть, если это игрушка с пером, то, естественно, ее лучше как-то не оставлять наедине с котиком, да, чтобы он там не погрыз, да, чтобы перышко не проглотил. Вот. Точно так же нужно обращать внимание на какие-то мелкие детали, которые могут использоваться в удочке на самой игрушке. Вот, как раз таки, чтобы не было таких инцидентов с тем, что котик может что-то проглотить. Вот. Так, помимо обогащения территории дома, что же мы можем еще сделать? Это социализация. Вот. Помимо всего прочего, что мы можем делать в квартире? Мы можем менять обстановку.
Вот, менять обстановку не сильно, потому что на самом деле некоторые котики, они реагируют на смену обстановки очень остро, и некоторые достаточно сильно стрессуют. Вот, чтобы такого не произошло, собственно, нужно, собственно, как-то это делать очень аккуратно, да. Грубо говоря, мы можем просто взять, открыть какой-то шкафчик, вот, и дать котику ознакомиться с тем, собственно, что в этом шкафчике находится. Естественно, там нужно заранее посмотреть, да, чтобы для котика было все максимально безопасно в этом шкафчике. Вот. Когда мы приходим с магазина с покупками, точно так же можно как кошечкам, так и собачкам давать, собственно, обнюхивать, да, пакеты, смотреть, собственно, что мы принесли, да. Почему? Потому что они из этого запаха получают очень большое количество информации. Вот. Так что, ну, фактически тоже, поскольку эти запахи несут информацию, да, какую-либо, то это тоже фактически какого-то рода умственная нагрузка, да. То есть котик не просто так сидит, да, и ничего не делает, а он занимается какими-либо делами. Некоторым котикам свойственно постоянно наблюдать за своими владельцами. То есть, если владелец дома что-то делает, то котики там постоянно могут сидеть и смотреть за тем, что же, ну, собственно, происходит, да, вот, и наблюдать. Вот. Потому что в основном, на самом деле, у нас кошки живут, как правило, достаточно скучно, и отсюда вытекает очень большое количество проблем поведения. То есть кошки могут разодрать линолеум, они могут, собственно, прыгать по полкам, по шкафам, по которым фактически им нельзя прыгать, потому что там стоят какие-то наши вещи, они могут начать драть диваны, они могут начать драть паласы, да, все что угодно. Но обои также, да. Но тем не менее нужно понимать, если кошка что-то проявляет в своем поведении, значит нужно на это обратить внимание и как-то решить проблему, а не просто запрещать. То есть нужно, да, запрещать, чтобы, собственно, кошка, допустим, не драла обои, но тем не менее нужно, собственно, понять, может быть, не подходит когтеточка, если она вообще у вас есть, да. Вот. То есть нужно задуматься над поведением вашего животного, что же ему надо действительно для полноценной и счастливой жизни. Социализация, знакомство с новыми людьми. Как правило, на самом деле лучше всего это проводить в более юном возрасте, когда у вас еще котенок, но есть некоторые породы кошек, которых, в принципе, ну, не очень любят внимание, на самом деле, не очень любят человеческие руки, не очень любят ласку, да. Есть такие, нужно понимать, что, собственно, это такое животное, да, это, собственно, если ему не нравится, да, то тут ничего в этом страшного нету. Для некоторых это, ну, совершенно какой-то не порог поведения, да, вот, просто, собственно, породная особенность, вот и все. То есть, прежде чем заводить котика, нужно обязательно понимать, кого вы заводите, да, потому что они, несмотря на то, что, ну, собственно, ну, в зависимости от породы, да, разная порода, какая-либо порода может какими-либо породными признаками обладать. Вот, и именно поэтому из этого нужно исходить. Чего вы хотите от своего питомца, собственно, по этим критериям нужно выбирать, подбирать себе ту или иную породу, да, кошки. Так, приучение к различным звукам. Что можно делать? Можно включать различные аудиозаписи, вот, из интернета. Естественно, они не должны быть какие-то там слишком резкие, слишком громкие, да, чтобы не испугать животное. Почему? Потому что, как правило, на самом деле это тоже очень нравится, это развивает, да, собственно, животное. Почему? Потому что это новый звук, они могут, собственно, начать прислушиваться, и это, и все это интересно. Почему? Потому что в квартире, ну, фактически, кроме шума какого-то там телевизора либо музыки, они никаких там звуков не могут получить. Можно включить звуки там пения птиц, да, можно какие-то там альтернативные звуки включить. Так что на самом деле сейчас
большое тоже количество различных вариантов можно придумать, как развлечь вашего питомца. Приучение к поездке в машине. Ну, в основном это все-таки более подходит для тех животных, которые у нас вывозятся куда-то на дачу, но все равно, тем не менее, нужно понимать, что, собственно, обязательно нужно вовремя обследовать своего питомца, если вдруг начались какие-то проблемы со здоровьем, каким образом все равно, собственно, придется посещать ветеринарного врача, да, и все равно это какие-то поездки. Как правило, на самом деле, многие кошки не любят поездки, да, кого-то может укачивать. Вот, если вашего питомца укачивает, что можно сделать? Во-первых, лучше всего постараться не кормить питомца перед дорогой, либо кормить совсем-совсем чуть-чуть. То есть в зависимости от того, насколько сильно укачивает вашего питомца. И если питомец у вас перемещается, да, в переноске, то, собственно, по бокам эти сеточки можно закрыть. Для того, чтобы, собственно, котик не видел вот этого мелькания дороги, как раз-таки тоже, который может привести к этому укачиванию. Вот это вот как один из вариантов. Вот. Лучше всего тоже заранее приучить котика к переноски. Каким образом? Насильно лучше переноску не затаскивать. Лучше всего поставить переносочку непосредственно в квартире, да, положить какой-нибудь пледик, на котором котик спит, вот, и оставить переноску открытой, чтобы котик, если что, мог зайти, да, в переносочку, может быть, там полежать. Почему? Потому что они любят фактически такие укромные места, им это все интересно. Вот. Таким образом, он уже, по крайней мере, эту переноску не будет видеть первый раз и будет понимать, что, собственно, в ней можно себя чувствовать более-менее безопасно. Вот, а если, собственно, у вас все будет вместе, и новая переноска, и, собственно, и поездка, то, естественно, все-таки котик будет испытывать достаточно сильный стресс от поездки. Вот, так что лучше всего все это делать достаточно постепенно. К поездкам тоже лучше всего приучать с такого более раннего возраста, да, не когда уже котик взрослый. Вот. Можно фактически какие-то такие небольшие, да, собственно, делать вылазки там в машину, там минут 10 покатались, да, вот, посмотрели, как котик перенес поездку, все хорошо. Вот, чтобы, во-первых, если что, выявить заранее, что действительно, да, котик как-то может плохо перенести поездку, да, вот. Для таких вот как раз-таки случаев есть специальные ошейники, спреи успокаивающие, чтобы котики спокойно переносили переезды, поездки различные, да, ну и, собственно, различные стрессовые ситуации. Вот. Так что все это нужно делать постепенно, знакомство с новыми людьми. Лучше всего, конечно, производить. Для чего? Для того, чтобы, собственно, ну, опять же, это новые запахи, это новые люди, это какие-то, это новый опыт общения, да. Конечно, собственно, котику может быть интересно, но если все-таки у вас там взрослый котик, который там, грубо говоря, несколько лет там прожил в квартире, да, собственно, его вот вы домой приводите нового какого-то человека, то, скорее всего, естественно, он испугается и убежит, куда-нибудь спрячется, и вы его не увидите. Как правило, они так вот в основном и делают. Вот. Насильно ни в коем случае не нужно доставать котика, знакомить, не нужно ни в коем случае доставать его, чтобы его погладили. Вот. Если к вам приходит большое количество гостей, да, и все-таки у вас котик боится, то пусть он переждет, собственно, этот момент непосредственно где-то в более безопасном для него месте, чтобы, собственно, опять же, котик меньше стрессовал. Вот. Так что тут все на самом деле строго индивидуально. Вот, можно кошек социализировать, вот, в разной степени. Самое главное это делать очень корректно. Итак, пищевые головоломки. Мы с вами поговорили о как раз-таки об интерактивных игрушках.
Также вот как раз-таки вот есть пищевые головоломки. Фактически тот же самый интерактив. Почему? Потому что то же самое используется еда, да, собственно, только еду можно, собственно, получать совершенно различными способами. Есть специальные мисочки на первой картинке. Вот эта вот плоская мисочка с таким с цветочком внутри, как будто с изображением, она как раз-таки используется для чего? Для того, чтобы котик быстро не кушал. Вот. Почему интерактив? Потому что все равно котику нужно как-то извертеться, да, чтобы, собственно, достать оттуда себе покушать, да, достать гранулы корма. Вот. На следующей картинке приведен пример как раз-таки вот одной из игрушек, которые сделаны своими руками. То есть обычный пластиковый контейнер, да, в нем вырезали, собственно, отверстие, да, под лапки, туда вот положили там еду вместе с игрушкой, да, вот, то есть фактически игрушка точно так же может мешать доставать еду, что на самом деле тоже очень интересно для кошек, либо опять же привлекать, вот, то есть все в зависимости от вашего питомца, чего он любит, да, вот, естественно, обязательное условие, чтобы, допустим, вот в этой непосредственно интерактивной игрушке, чтобы лапка полностью пролезала, потому что если котик совсем не сможет достать игрушку, еду, то, естественно, разочаруется, и в следующий раз будет неинтересно, и вообще, в принципе, вовсе не подойдет, вот. На третьей картинке это такое подобие конка. Вы засыпаете, собственно, вовнутрь игрушки либо сухой корм, либо лакомство. Сейчас очень большое количество лакомств, они сделаны такие в виде сухого корма, вот гранулы. Вот, можно засыпать. Опять же, нужно обязательно смотреть, чтобы эти гранулы совершенно спокойно могли вылетать из этой игрушки. Потому что если гранулы будут больше, чем, собственно, отверстие в игрушке, то, естественно, ничего не будет вылетать. И, собственно, вы только будете дразнить кошку, фактически ничего оттуда невозможно будет достать. Вот. И две остальные картинки, это тоже вот интерактив, один создан своими руками, тоже обычная коробка с проделанными отверстиями, туда вот тоже положили там, либо игрушку, либо сухой корм, либо и то, и другое. Вот. И, собственно, котик пытается оттуда это достать. Вот. Очень тоже, на самом деле, хорошая альтернатива. Все-таки котики чем хороши? В том плане, что можно взять обычную картонную коробку, да, и эту игрушку использовать несколько раз. Вот. Собственно, котик не сломает эту коробку, да, ничего с ней не сделает. Вот. Все-таки собаки некоторые, они когда очень бурно реагируют на еду, да, все-таки какие-то самодельные игрушки, их хватает только на один раз. Вот. С котиками далеко не всегда так. Вот. Так что в этом, конечно, плюс. Собственно, плюсы вот этих вот пищевых головоломок. Это, как я уже говорила, приучение к спокойному поеданию пищи, если у вас есть проблема того, что котик очень быстро кушает. Это умственная нагрузка, там котик думает, как же достать, собственно, корм, либо лакомство. Вот. Физическая нагрузка, пусть даже небольшая, но тем не менее она есть. Развлечение кошки. Некоторые интерактивные игрушки можно оставлять совершенно спокойно дома. Да? Совершенно можно спокойно заменять интерактивные игрушки, миски, точнее, обычные интерактивными игрушками. То есть, чтобы постоянно котик добывал себе сам еду, вот, из этих игрушек. Вот. И безопасное развлечение. То есть, котик занят своим делом, он, собственно, нагружает свои мозги, да, он выплескивает какую-то свою физическую активность. Но тем не менее, он не переключается на то, что делать нельзя, да, а конкретно что, да, допустим, не дерет обивку, да, не ворует со стола, вот, в принципе, не портит никакие вещи ваши дома. Вот, так что как раз-таки, естественно, после того, как котик там нагрузился, естественно, там он может устать, и, скорее всего, он пойдет спать.
Вот, то есть времени, да, и сил каких-то на то, чтобы делать, собственно, какие-то неправильные вещи, скажем так, да, там уже у котика не останется. Именно поэтому очень как раз-таки очень хорошая альтернатива. То есть и, собственно, котик будет доволен тем, то, что, собственно, он, грубо говоря, устал, да, и физически, и эмоционально, умственно, вот, и, собственно, ваши вещи будут целы. Точно так же, помимо сухого корма и сухих каких-то лакомств, можно использовать влажный корм в этих пищевых головоломках. Конечно, в игрушке в виде конга все-таки сложнее, собственно, использовать все влажные корма. Но вот как раз-таки вот в такие кормушки вот в виде травки, вот как на первой картинке, да, вот, и во второй интерактивной мисочке можно использовать влажный корм. Почему? Потому что они все равно язычком могут достать и слезать оттуда, собственно, этот влажный корм, потому что, как правило, некоторые кошечки и котики не едят сухой корм, да, вот, потому что все-таки, ну, скажем так, приучили, да, владельца только к влажному, потому что там котики отказались как-то есть сухой корм, и поэтому они, допустим, едят только влажный, да, либо из-за зубов, да, если есть какие-то проблемы с зубками, то естественно, да, пережевывать сухой корм может быть больно, неприятно. И именно поэтому очень хорошая альтернатива влажного корма. Вот, но тем не менее, этот влажный корм мы тоже можем использовать вот в таких вот пищевых головоломках. Вот. Так что вот есть, собственно, тоже не только такие мисочки, да, собственно, с разными поверхностями, да, с разными изгибами, они есть разных размеров. Так что на самом деле это все лучше всего, конечно, смотреть в интернет-магазинах, потому что в самих зоомагазинах сейчас появляются, да, ничего не могу сказать, но все-таки в интернет-магазине очень большое разнообразие их. Можно выбрать непосредственно что-то, ну, больше, да, что подходит конкретно вот вашему питомцу. Вот, на сегодня все. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чат. Разберем. Так, а можно поподробнее, Наталья? Тут тоже, на самом деле, смотрите, что очень важно. Фактически, этот ответ будет уже подходить как кошкам, так и к собакам. Как правило, на самом деле, у нас люди с появлением ребенка, ну, скажем так, грубо забивают на своих питомцев, потому что действительно там нету времени, да, нету сил уделить там время, внимание своему питомцу. И как раз-таки различные интерактивы, вот, они очень хорошо иногда спасают владельцев. Почему? Потому что кошка развлекает, ну, либо собака может развлечь себя сама. Так, часто проходят люди, спрашивают, как подготовить кошку. Ага. Так, что можно сделать? Точно так же, собственно, что и с собаками. Из роддома нужно принести пеленочку с запахом ребенка, принести ее домой, чтобы, собственно, котик либо собака ознакомились уже с этим запахом, чтобы не было такого, что вот ребенка, собственно, вы привезли домой, да, и вот все, вот он есть, как бы и запах есть, и ребенок есть. Фактически, ваш питомец, будь то собака, кошка, они заочно познакомятся. Вот, это на самом деле очень важно, да, и какой-то вот, ну, это такой сгладит все-таки вот эту вот стрессовую ситуацию, потому что все равно, да, появление нового члена семьи в доме, особенно которому уделяют очень много внимания, да, потому что он еще там совсем маленький, действительно, там внимания нужно очень много. Тем не менее, все равно можно и нужно, да,
все-таки уделять внимание своим питомцам. Вот, это можно делать совершенно различными способами. Точно так же с кошками можно попробовать различные, использовать нюхательные коврики, как и у собак. Опять же, если все-таки обладает хорошей пищевой мотивацией. Вот. Так что, собственно, тут все на самом деле индивидуально. Да? Если, собственно, ваш питомец не заметит, что, ну, грубо говоря, вы там резко, да, перестали уделять внимание вашему питомцу, вот, то тогда уже, конечно, все пройдет достаточно более-менее гладко. Вот. Так что тут вот самое главное – запах, и все равно продолжать как-то общаться со своим питомцем, потому что, ну, опять же, для кошек, да, ну, не нужно прям дико много времени уделять котику. Почему? Потому что они достаточно продолжительное время спят, да, то есть можно поиграть с котиком удочкой, да, вот, можно предложить какую-то интерактивную игрушку, но это не нужно заниматься котиком часами. Так что я думаю, на самом деле, было бы желание, владельцы иногда, мне кажется, могут найти какие-то компромиссы, да, и, собственно, уделить своему питомцу время. Вот. Самое главное – просто знать, как можно нагрузить, собственно, своего питомца различными, собственно, какими-то мозговыми, да, нагрузками. Вот, то есть с собаками можно там заниматься дрессировкой, можно тоже предложить какой-то интерактив, да, можно просто там поиграть на улице, побегать в мячик, вот. Но в основном тоже, что кошки, что собаки, да, все-таки они достаточно продолжительное время спят, если все-таки нету достаточно сильного стресса, потому что если животное мало спит, вот, то это как раз-таки может быть симптомом стресса, то есть что вот животное достаточно сильно переживает. Вот, так что тут, собственно, как-то так вот я отвечу на ваш вопрос. Фактически, я думаю, можно отдельно подготовить вебинар как раз-таки по подготовке к появлению ребенка в доме, вот, и разобрать непосредственно отдельно это на кошек и на собак какие-то моменты, вот, если будет интересно. Собственно, тоже нужно исключать какие-то слишком близкие контакты, вот, с младенцем, вот, ну, грубо говоря, там, допустим, собаке запрещать, да, там, облизывать ребенка, да, по понятным причинам. Так что фактически обнюхивание, да, нужно обязательно дать и обнюхать, а не просто там прятать ребенка, да, собственно, и заниматься вот только-только им. Потому что, естественно, животные понимают, да, что, собственно, раньше я был любимец, да, раньше все 100% время мне, да, а тут бац, появился ребенок, да, и, собственно, времени на, собственно, своего питомца нету. Так что все реагируют на самом деле по-разному. Вот, кто-то может действительно даже очень сильно ревновать, да, и, собственно, показывать всем своим видом. Вот, так что, но тем не менее, ситуацию можно изменить в совершенно в благополучный исход, да, и подготовить правильно ваших питомцев к появлению ребенка в доме. Вот, если есть еще вопросы, пишите.